Художник Маркус Хоффман в своих работах часто заводит диалог с природой, которую мы изгоняем из наших жилищ, из наших городов, в лучшем случае замещая ее вот такой, как некими прирученной природой, да, как строгими парками или цветами в горшках. Его интересует, наоборот, такая спорадическая, случайная, естественная жизнь, которая существует под землей и внутри наших жилищ, и которая связывает непосредственно материю самую разнообразную. В момент производства этой работы еще возник некий третий смысл, архитектурный, когда мы рассуждали о градостроительстве в современном городе, ну, конкретно в Петербурге, когда внезапно исторически сложившийся в городском пейзаже вдруг начинают вздыматься некие чуждые ему совершенно строения, как небоскребы, как новое строительство. И в данном случае это тоже можно рассматривать как некое ироническое и критическое наблюдение над развитием городского ландшафта. Собственно, гриб растет в любом материале, любой материал, содержащий целлюлозу, то есть будь то опилки, дерево, бревна, можно его посадить в деревянный там, стол или стул, он поглотит, переварит это. Можно посадить его в книгу, да, например. В каком-то смысле это такое постмодернистское высказывание о том, любое вещество, да, любое значение, любой смысл предполагает бесконечную модификацию, переработку, да, и не существует никакого окончательного смысла, прочтения, знака, когда все непрерывно одно переходит в другое.